Третий круг тренировочной программы «Стойка на руках» за 6 недель. Первое упражнение – лодочка с разгибанием рук. Исходное положение – лодочка. Отрываем лопатки от пола, втягиваем максимально живот, носки натягиваем. И дальше делаем движения руками, заводим их за голову и возвращаем вдоль туловища. Следующее упражнение – страус с прямыми ногами, с упором на скамью или диван. Похоже упражнение на собаку лицом вниз. Здесь уже будет идти больше нагрузка на руки. Еще больше мышцы будут вовлекаться в работу и укрепляться перед тем, как мы станем стойку на руках. Следующее упражнение – планка снизу вверх. Исходное положение – планка на локтях. Оттуда мы поднимаемся с контролем, полным контролем нейтрального положения спины в положение упор лежа и оттуда возвращаемся в нижнее положение на локти, не теряя красивой линии. Следующее упражнение – широкий упор лежа на полу. Это продвинутое упражнение. Руки максимально заводим далеко от линии плеча. Будем чувствовать огромное напряжение в районе живота, ягодицы должны быть зажаты и четко чувствуем тело. Следующее упражнение – касание плеча в упоре лежа. Исходное положение – упор лежа, руки, кисти ровно под плечом. Оставляя нейтральное положение спины, контролируя мышцы живота, ягодицы, мы переходим с одной руки на другую руку и касаемся ладонью плеча. Не спешите, делайте упражнения в своем комфортном темпе и чувствуйте свое тело, чувствуйте баланс и стабилизацию вашего тела. Следующее упражнение, заключительное в этом круге, это учебная стойка с упором о стену 45 градусов. Выходим мы в нее из положения упор лежа, шагаем по стене. Ягодицы максимально зажаты, живот втянут, руки ширина плеч, старайтесь смотреть на ладони, но уши прижаты плечами. Чувствуйте свое тело, вы почти у цели.